Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Ice Cream 4. В сегодняшней части, как вы уже поняли, наверное, по названию, мы будем играть за Рода. Это новые обалденные функции в моде от Outvita. Сейчас, в общем-то, все это будем тестить. Давайте выключим, пропустим вступление, качество графики на высокое. Поставлю в легко, потому что я сам еще не играл, ребят, с этим модом. Не знаю вообще, как это будет. Сейчас мы, короче, посмотрим. Но я в предвкушении вообще капец, конечно. Поиграть за Рода, попробовать новые части, это просто обалденно. Так, интересно, где это тут? А, вот, Род меню. Вообще было изи найти. Ну-ка. Сейчас, прикиньте, мороженщик против мороженщика, типа, будет. Это будет, конечно, жесть. Так, смотри, мы вылезаем аккуратненько, и я нажимаю «Играть за Рода». О, офигеть! Ух ты! Ты чё? А? Чегошеньки? А почему так? Ну-ка, ну-ка. Этот, врубаем то, что мы супер сильно тут можем бить. О! Нифига! Давай-ка мы этого дебила заморозим. Офигеть! Так мы реально за Рода играем. Так. Опа, на меня мороженщик гонит. Ну-ка, я, короче, сейчас знаете, что намучу? Ты чё, офигел? Ну-ка на. Офигеть, я его убил. Вот тебе на. Так, мне кажется, у меня камера немного сбилась. Ну-ка. Хоп-хоп-хоп. А как ползать? Нифига. Блин, настолько реалистично. Это же просто капец. Ну-ка. Ага, я тут другим человечком в сценке, но это понятно. Попробуем. Что? Я типа заморозил? Ой. Что произошло? Нифига себе. Короче. Это полная жесть. А чё я бессмертный? Во, нормально, все. Все, короче, мы умрем сейчас, чтобы у меня камера починилась. Ого. Что-то я тут вообще, походу, в этой игре редко умирал, что я даже эти фонарики не видел. Ну окей. Короче, ребятки, это просто жесть. А, подожди, мы можем быть просто невидимками. Так, ну-ка. Странно. Меня все равно палят немножко. Ух ты ж, ёк-макарёк, он у меня выключился, этот режим невидимки. Так, ну давай, короче, попробуем. Вот. Вот, типа, я играю, но у меня камера сломалась, блин. А, нет. Вот. Ой, далеко больно. Это тоже далековато как-то. Ну-ка. Офигеть. Капец. А можно человечка? Ого, тут есть разные функции. Типа мы забираемся. Ага. Чего? Я починкой занимаюсь. Это чё? Ага, это мы типа встаем. Это мы вылезли. Ух ты! Вот это я жестко, да, сделал. Так. Атака вот. Блин, ну это вообще капец. А это что такое? А это кого он мелкого ловит-то? А, угар. Офигеть. Залез. Пинг. Это что? Ага, он злится. Так. Ух ты, он смотрит по сторонам.
Чё ещё есть? Чё-то застрял. Ладно. Это он просыпается. Это он просто стоит. А, у него какая-то тупая камера. Ну-ка обратно. Во, вообще пучком. Так, это дело открывается. Конечно, есть решение на все. Так, готово. А я могу типа предметы, да, брать, как обычно? Ага, А не могу. Ах ты, вот оно как смешно выглядит. Так-то угар. Ну, типа, мы играем за человечка, но перед нами ходит мороженщик. Так смешно. Опа, пока этот стоит, я сейчас вот это сделаю. На нафиг. Ха-ха. Попался. А что, если мелких я попробую позамораживать? Что будет? Ага, фигушки им будет. Они сидят, кайфуют. А что тут еще есть? Чего? А, типа мы... Понял. Ух ты, типа электричество. Блин, ну тут так много всяких приколдесов. У него столько... Эй, вставай. Это просто звуки уже? А, да-да-да. Ну это на самом деле вообще угар. Но тут на самом деле больше функций-то и нет. Вот мы можем типа за него играть. Разные атаки мутить и тому подобное. А интересно, что-то еще новенькое добавили? А что? Скорость не прибавляется. Это что-то я, видимо, не то делал. Вот это вот скорость. Пау! Ну все, вот мы экстрим включили, как будто бы, считайте. Так-то жесть. Ну... Здесь настройки. Ну капец, конечно. Это просто жесть. Вот, блин, этот аутвит, а. Чё творит? Такие моды, конечно, он делает. Это просто жесть. Салам алейкум, а чё с тобой? Почему ты такой? Ну-ка, мы сейчас на тебя атаку. Не получилось, но не страшно. На. Гуляй. Вот так-то заморозили его снова. А я хочу, кстати, попробовать немножко поползать. Я, конечно, уже ползал, но вот по лестнице, например. Хоба. Блин, тут даже так анимка сделана. Конечно, он очень медленно поднимается. Это просто жесть. Ну нафиг. Пешком лучше. Это реально просто жесть так подниматься. Так, ну-ка мы пойдем немножко с Борисом повзаимодействуем. Я очень быстро хожу из-за того, что я скорость увеличил, это угар. Так. Фиу-фиу. Так, ну тут у нас форсаж немножечко. Эй, а что с тобой? Эх, сломанный. Чутка сломанный. А мы, кстати, можем... Эй, статуэточка, вставай. Ага. Ну, не, короче, боговный становится, потому что это в обычной игре не принято такое дело. Но это угар. Так, может быть, я смогу как-то пробраться? Ну, не, вряд ли. Ну вот, короче, ребят, играю за мороженщика. Еще, кстати, вы, наверное, будете спрашивать в комментарии у меня этот мод, но я не могу вам его скинуть, потому что меня попросили это сделать разработчики. Вот они мне отправляют мод, говорят, можешь видосик снять туда-сюда, но никому, типа, не отправляем. Мы решили так. Но, может быть, когда-нибудь они все это будут выкладывать, я не знаю пока что. Это для меня вопрос. Так, ну здоровки. Вот так угар. Получилось. Ну блин, если бы можно было главного перса спавнить. Эх. Было прям вообще обалденно. Может, enemy меню? Тут можно телепортироваться, Борисок создавать. Но нет тут. С этого... Самого, типа, человечка я не могу сделать. Как же жалко, конечно. Блин, здесь этого действительно не хватает. Было бы так круто, а? Так, можно... Матак здесь запустить. Но... Ой, а вот это я!
Вы посмотрите. Мой рот перед нами. Вот он, смотри, что делает. Атена. Это угар. Вырубай давай, подружан. Вот это вот все нам не надо. Так. Ну и выйти я тоже могу, в принципе. В этом ничего такого нет удивительного. Но мороженщик, смотри-ка, превратился в хорошего, нормального мороженщика. А то Борис у меня стоит как статуэтка непонятная. Фиг знает, что с ним делать. Он очень странный у меня. Но я как еще раз повторюсь, это из-за того, что непривычно для игры вот такое вот то, что я тут творю. Сумасшедшие делишки. Опа! Вот это... Опа, вот это попа. Действительно, ё-моё. Поползли. О, нормальным стал. Здорово, Бориска. Я понимаю, что... Ну, это, конечно, что-то новенькое. Блин, ну он акробат так-то. Ты погляди, что творит. Вверх ногами уже охраняет. Ну и вот так задолбали эти детишки, которые тут все взламывают. Ну вот он уже немножко кух и поехал. Ну бывает что. Может мы его все-таки сможем нормально перевернуть как-нибудь. Ну-ка. Опа. Давай. Не-не-не. Вставай. О, респект. Вот красавец. Все нормально. Ой-ой-ой. Ну ладно, пойдет тоже. Блин, капец, конечно, он странный. Пау. Ух ты. Какой-то он упоротый сразу стал странный. Да уж, ему действительно плохо. Короче, ребятки, поиграл с этим модом. Оценил, очень прикольная тема. Я не знаю, как бы сказал бы вам, юзайте, сами используйте. Но я уже объяснил причину. И все в этом духе. А сам я поиграл, мне в принципе понравилось. Вот, знаете, если так задуматься, разработчики же могли сделать от этого мороженщика как-нибудь онлайн. И прикиньте, какой-нибудь человечек онлайн бегает за мороженщика, а ваши друзья, ну, какой-нибудь человечек, например, ваш друг, да, и ваши друзья против него за детишек играют. Это было бы вообще супер прикольно. Как вот, типа, план онлайн игры, видите, вот раз... Все, аутвит тут сделал четенько так, почему бы и нет? Ну-ка. Ага. Что? Ничего не происходит. Ладно, короче, ребятки, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. We'll be right back.